Откуда пришел? Суток? С кухни, на кухне был. А теперь сюда с пришел. На кухне был. На кухне был. Я думал, ты сутки сидел. А ты кто такой? А ты что, полицейский пришел? Ну да. А теперь определись, с чем пришел? У вас близко микрофон. Двойное эхо дает. Эхо. Хорошо, хоть не тройное. Ну говори, что. Библия, дальше что? Да. Мы пришли со Словом Божиим сюда. Ты что, христианин, что ли? Да, христианин. Православный проповедник. У вас сильное эхо отдается. А ты что тут-то забыл, христианин? Вы не слышите, что я говорю? Нет. От микрофона отодвиньтесь, эхо идет. Ладно, все. Мы пришли сюда возвестить великую радость, которую Господь послал людям, что Сын Божий Иисус Христос умер за грехи людей. И дарует спасение даром, по благодати. И приходящий кается перед ним, получает прощение. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Ну а что вы не в церкви? Зачем вы тут отправляете? Вы Евангелие имеете дома? Что? У вас дома Евангелие есть, Библия? У меня Библии дома нет, у меня икон много. Ну а Евангелие есть? Нету. А вы знаете, как переводится слово Евангелие? Нет. Добрая весть, благая весть. Вот эту радостную весть мы принесли сюда. Сказать, что то, что здесь делается, это достойно смерти. Ну, то, что мужики тут писюльками ходят, понятное дело. Господь сегодня всех говорит, всем, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, научитесь от меня, ибо иго мое благо и бремя мое легко. Без веры в Бога жизни никакой нету. Мы все смертные. Не успеешь оглянуться, как она кончилась, жизнь. А с чем мы предстанем на суд Божий? Потому что при архангельской трубе все воскреснут заново. И наступит вечность. Только одни будут в раю, а другие в аду. Я это слышала уже. Ну вот. Это называется, по-моему, черный суд или как-то в этом роде. Слышите, надо жить по этому. Жить по заповедям Божьим, как Господь дает. Ну зачем жить по заповедям? Надо жить как бы, как тебе предназначено судьбой, не как по... Да нет, судьбы нету. Иначе бы не было сказано, придите ко мне. Мы имеем свободную волю. И Господь говорит... Извините меня, Библия, она переписывалась уже раз 500. Там уже нет, не поймешь, верить ли или не верить. Как переписывалось? Скажите, где переписывалось? Кем? Ну, уже сколько раз даже уже у нас батюшка в церкви, вот, когда я детей крестила, да. Он уже мне сказал, то, что Библия уже переписана много раз разными людьми. Ну и что? Ну и вот как верить там тому, чему уже это батюшка? Это вам батюшка так сказал? Нет, это я же тоже так говорю. В Библии написано, Господь говорит, это слово мое, я бодрствую над ним. А Иисус говорит, небо и земля исчезнут, ни одна черточка не исчезнет. Переписывали много раз. А вы знаете, переписывали, когда евреи, еврейский язык, она же от евреев взята. Вот строчка кончается и считает буквы, раз, два, три, сорок, и пишут сорок. Следующий переписчик, опять, когда если переписывает, тот должен написать, сколько букв он насчитал. И утеря дважды, если два раза только утеряна была буква, весь свиток уничтожается. Не знаю. Ну как нет, это дьявол просто я, делает. Я, конечно, верю в Бога, но вот во все вот эти вот книги я как бы особо нет. Ну а как вы верите в Бога? Вот, допустим, вы верите, ну а как жить-то дальше, если ничего нет? А где от Бога закон-то? Зачем верить в какую-то бумажку, которая в руках? Если надо душой в него верить... Ну вот человек живет, родился, он признал, что он не от обезьяны. Ну, я от Бога, он меня создал. Ну а дальше-то что? Как узнать? Что за смертью? Умер и все, лопух?
Я пока не интересуюсь, что будет там. Это плохо. Мне пока интересно, что здесь. А здесь интересного ничего нету, если без Бога. Когда Богом это все освещается. А тут что? Вот на этой рулетке один разврат. Тут ничего больше нету. Я вижу. Ну вот, говорите, я так вот так. Да вы и глянуть не успеете, как все закончилось. А там перед Богом. А с Богом жить – это счастье. Уже смерти нету. Переход совершился. Но вы же там не были. И не дай Бог вам еще там долго, долго, очень долго не быть. На самом деле. Я вот сознательно уже по Евангелию пришел в 23 года после армии. Мне все Господь дал – знания, силы, здоровье, а внутри пустота. Я не жил, как мои сверстники жили. Кто сказал, что это дал Господь, а не вы сами это добились? Нет. Живой Бог, которому молимся. Притом, если бы он сказал, и все, написали. Но мы молимся ему, Богу молимся. И мы получаем то, что просим. Никто из нас еще Бога не видел. Правильно. Его увидеть нельзя. Господь сказал, увидевший меня должен умереть. То есть не может человек увидеть. Так что слава Богу, то, что мы его не видим. Да, мы должны чувствовать Бога и знать. А Иисуса Христа видели, он умер за нас, а родился от Девы Марии. Ну да. Секунду. Если вас душа просит ответа на это, я могу дать вам наши ресурсы. Можете зайти. У нас очень богатый YouTube, сайт, форум, Mail.ru. Вот Бог-то он есть. Мне вот всегда интересно было, почему у нас так богато попы живут наши. Так с этого начинать надо было, что я завистливый и смотрю, у кого больше. Деньги. Почему церковь берет деньги с людей? Почему мы этому не завидуем? У нас церковь, у нас ни тарелка не ходит, ничего не продается. Это от нас зависит. Мы это желали, это получили. Я знаю. Вот у нас открыто это все, и у нас ни за что деньги не берутся. А у нас приди в нашу церковь, отдай денежку за то, чтобы почитали, отдай денежку за свечку, 10 рублей за свечку. Ну, можете не покупать, никто не заставляет, это добровольно. А при чем тут Бог-то? Это люди делают, но при чем тут Бог, говорит? Это вы поступаете не так, как нужно, а при чем тут я? Не знаю. Это один как-то молился и говорит, почему так, вот девушке, говорит... Ангелы, а как только выйдет замуж, как ведьма делается. А ему ответ был такой, девушек Бог, говорит, я сотворил, а женщинами вы их сами делаете. Поэтому получайте, что сделали. Сами нас такие мужики. Да. Если человек верит в Бога, он не будет смотреть, кто как живет. Он думает о том, чтобы самому правильно жить, не судить никого. Ну да. А это зависть одна, она съедает человека. Тот не так. Путин богаче меня. Ну, у него ответственности больше, чем у меня. Ой, но все равно. Уже противно смотреть на наш народ, даже сверху. А вот если вы зашли, допустим, у нас тут служба идет, богослужение, и как у нас занимается с детьми и прочее, ваше мнение бы изменилось в один раз. Вот мы строим православную деревню с нуля, получили статус. Нельзя пить, курить, материться, воровать и лгать. Такая деревня одна на весь Советский Союз. Ну, уже у нас не Советский Союз, у нас Российская Федерация. И это все с нуля, понимаете, как радостно. Вот был бурьян, ничего не было, а сейчас поле, пшеница колышется. Это да. Ни одного матерка не слышно. Никто не пьет. Все работают, как одна семья, люди живут. От нас это зависит. Мы это желали. Вот мне Бог положил на сердце образовать детский лагерь. Я 48 лет занимаюсь детьми. Тысячи детей подняли, и ни одного рубля государство не дало. И ничего. С ума сойти. Понятно все. Ну ладно, пойду я дальше. Да, дальше идите. Вы, кажется, курите, да? Курю. Это самоубийство. Я знаю. 12 лет отнимает. Да зачем же вам это нужно?
тем более ребенок кричит, воздух там отравленный. Нет, 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 у меня, я как бы перед детьми вообще не курю, я выхожу на балкон. Ну зачем это нужно? Вот вы говорите, я, где Бог? А Бог живой. Помолись, скажи, Господи, помоги, я не могу бросить эту вонючую травку. И Господь сразу дает. А раз не молитесь и не получаете... Не всегда дает. Ну, вам, если будет желание узнать больше, вы можете зайти по скайпу. И сразу меня найдете, Игнатий Лапкин. Хорошо. С Богом. Прямо и глаза не смотрят, и говорить не можете. Чего вы, мужики, так расслабились? Я могу говорить? Не отвечайте за свои слова, ругаетесь, материтесь. Это не ко мне. Я не угас, не мотивируюсь. Если люди хорошие, я нормально с ними разговариваю. Вот вы мне губят, то... вы были бы трезвые совсем. Я бы вам сейчас возвестил великую радость, которая вам сегодня уже пришла. Что Иисус Христос умер и воскрес, и зовет всех к покаянию, потому что Он может даровать прощение. Можете я загадку загадаю? В таком состоянии, да еще и загадку. Боевой мужик. Не важная загадка, очень простая. А вот если бы вы были совершенно нормальные, я бы вам сейчас и адрес дал, и вы могли зайти. У нас огромные ресурсы. Вы бы увидели, как мы... Загадайте. Моя фамилия там, где Иисус крестился. Ладно тогда уж. Оказался, не вовремя я пришел к вам. В смысле? Ты вас... не можешь загадать эту загадку? Ну, у вас глаза не смотрят, и все. Это все безбожие. Иисус крестился. А я? Да. Потому что без Бога не до порога. Господь умер, Иисус, распятый на кресте. Ему ладони пробили гвоздями. Иисусу. Да. Поэтому Господь зовет всех, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Да. Куда едем? Какой? Страна? Я не понял. Москва? Что? Что? Куда едем? Я куда еду? Да, мы куда едем? Никуда, я иду в рай, в Царство Небесное. Да. К Богу. Да, Бог, где-то тоже. Аллаху Экбер, Аллаху Экбер. Да. Ты умеешь считать-то? Смотри. Да. Куал. Вот так. Ну ладно тогда, пока. До свидания. С Богом. Другие, с Богом. Человек не может зла делать. Он служит для Бога. Потому что за наши грехи Иисус умер. Ты мусульман? Да. Молодец. А вы считаете такую книгу? Да. Конечно. А можете прочитать, что написано? Не, просто не умеешь это по-арабски. Да. Вот есть сура пятая сура. И аят 68, 66, 47. Угу. Говорит о том, что Бог дал Инжил, Евангелие. Его надо слушать. Вы меня слышали? Угу. Я говорю, у вас написано об этом, чтобы слово, которое Бог дал христианам... Я уже понял. Мы люди Писания называемся, люди Писания. Ты христиан, да? Иисус, да. Сын Бог, что ли? Бог один и тот же, если честно. Бог один, а это русский сказал, это Иисус, Сын Бог. Откуда он знает, что... Я так... Иисус только Господь. Это Аллах один. Бог один. Просто. Вы найдите человека, который считал эту книгу. По-разному все, понимаешь? Который эту книгу считал. Вы найдите, кто там? Скажите, кто знает содержание ее? Покажи, дед.
А ты тоже так? Перевод смыслов, что у меня три кулеба. Переводник семислива, чем переводаем? Намочтей! Пятой суре, 64-66 аят говорит о том, что Бог дал Инжил, Инжил, Евангелие. И по нему надо поступать. Нет, я намочтей. Не знаю, что говорите. Давай. Ладно.